чё ты там играешь? Ты? На, ёпта, по кепке тебе, дура. Мне кажется, у меня что-то все херово, ребята. Ну, даже вот это сейчас никто не смотрит, а я записываю. Для кого? Зачем? Ну, просто, типа... Так, забомбил, что чуть компьютер у меня не оказался на улице. Снеговика там из него чуть не слепил, блядь. Всем привет. Пару секунд назад я записал 7-ю часть. Вот, и сейчас сразу же продолжаем. С этого же момента. Меня до сих пор бомбит. Ну, типа, секунда прошла с момента записи прошлой серии. Заново! 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 Кибеди букашка. Где она? Ёпта, все сначала! Да ну нахер. Отрифляй сегодня. Разделитель не надо. Все тратим на твердое топливо. Из-за того, что у меня не было патронов, я сдох. Патронов на вот этот вот огнемет. Ай, сегодня жестко. Сегодня жестко. Сегодня я не могу. Как страшно-то было, когда я тут поднялся, а этот макака там вылезла. Ключ мне еще понадобится. Рукоятка тоже. А что мне выкинуть? Ладно, если что-то скрыто, потом побегу, подберу. Блять, второй раз пугаюсь! Нет. Не буду тратить от этого. Только на мошек. Только на мошек. Ну и на этих. Ну она же тоже мошка сегодня, да? Вот топливо для горелки. Ой, чё? Я думаю, если я с пистолета просто буду по ней стрелять, это мало толку будет. Очень мало будет толку, если я буду стрелять пистолет. Если я буду горелку эту юзать, огнемет, то толку будет много. Но мне не хватит. Блядь, гильзы. Мишнявка ты сегодня, да? Бля, ну мёд вообще. Нормально. Где она? Давай, нападай по-мужски. Я думаю, ей надо в пизду стрелять, извиняюсь. Отлично, да. Там урон больше, чем по голове. Даже. Ой, ёпта! Да ну, дайте оружие-то взять. Ай, блядь! Нихера подзатыльник. Уйду. Ага, блядь. А, блядь, вот откуда лезут твари. Эпоксид! Ура! Траву, блядь, аптечку сделаю, похуй. Есть пока на горелку. Топливо сюда. Ну отстань ты сегодня, а.
Живем. Живем, пока что живем. Ну, слово пока что меня не смущает, честно. Да ну ёпта, а. Ни одна аптечка нет. Ни одна аптечка. Юзаем. Почему он льет постоянно на руку? Это, конечно, странно. Ну ладно. Да сдохни! Ну мед, ну малина. Срочно, где у меня там эти патроны на дробовик? Быстрее, блядь! Снизу. Здесь. Давай, ёпта. Давай, я пока перезаряжаюсь. Что это было? Ну где? А, это. Ай, блядь, бить, убивать. У меня родаки только завтра приехали. Блять! Да ебать, да чё? Не пытайся, дорогой. Ай, нет, только не убивай. Ну нет! Да нет! Сука! Тяжело, пиздец. Тоже баба, мужика испугалась. Ва-ва-ва. Твердые травы. Твердые травы. Не выдержишь. Идите вы в пень. Понятно, нет тебе. Баба. Давай, я знаю, куда стрелять мне сегодня. Если чё, я на отступлении. Все выстрелы должны лететь в жопу. Это первое правило. Не CSGO. Ну, CSGO тоже можно. Вот мразь, а. Окей. Не смотри вверх. А где, блядь, ты чё, ёпта? Ой, у тебя чё вместо рожи-то, бабка? Сегодня она отрифляйчик. Блядь, я буду убивать и рвать, и метать. Нет, 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 нет. У меня дробовик. Ясно тебе. Да нихера ты скачешь. Тупая, что ли? Ну мед. Когда она вот так кусает, это очень смертельно. Я тут. Здорово. Ну давай. Ты
Да сдохни, я тебя умоляю, блядь, пожалуйста. Ясно, сегодня все с ней. Все, пиздец мне. Блять, страшно, пиздец. Ух ты, ёпта. Упал. А чё мне остается? Нет, эпоксида нету. Чё произошло, я не понял. Она чё, сдохла? Да ну, да ну. Ебам, фонарь выпал с неё. Заебись. О. Блять. Целую серию её херачил, но я вырежу половину, поэтому долго подольше допишу. О, эпоксид вот где лежал. Кайф. Так, а как сейчас отсюда выйти? Я не помню, сорян. Так, вот тут где-то, вроде. Или тут. Отлично. Па. Я в ахере. Все не так уж и плохо, как могло бы быть, в принципе. Давайте сразу уберем то, что нам не нужно. Так, давайте вот эти вот самые на магнум закинем. Вот. Оп. 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 Все, последняя монетка нужна. Последняя монетка, ребята. Well. Вот это давайте уберем. Сделаем одну аптечку хотя бы. Так, ну и в принципе. Ой, не скликнул. Давайте ящик припасов заюзаем. Семь патронов на дробовик. Ну, неплохо. Хоть что-то мы с вами получили. Так, все, теперь херачим в дом. Не сохранился. Такие ошибки роковые, это ужасно, ребят. Один раз я не сохранился, но игру удалить пришлось. В смысле, не пришлось, а в смысле, я так забомбил, что чуть компьютер у меня не оказался на улице. Снеговика там из него чуть не слепил, блядь. Продолжаем. Страшно. Но бабки у нас больше нету. Мы с ней покончили. Поэтому все должно быть легко, в принципе. Уже шестая часть, ёпта, когда мы пройдем эту игру? Я не думал, что она такая долгая. Чё ты там играешь? Ты? На, ёпта, по кепке тебе, дура. Мне кажется, у меня что-то все херово, ребята. Ну, даже вот это сейчас никто не смотрит, а я записываю. Для кого? Зачем? Ну, просто, типа... Ну, хз. Мне кажется, я делаю что-то неправильно, что мои видео не набирают вообще ничего. Ладно.
вебка работает, все. Так, окей. My family. It's not gonna find it that you're not lost. And you are not lost. Ребенки. Медведь. Страшно, ёпта. О! У меня ствол, не забывайте. С ней что-то не так. С кем? Да нет, свет, только не выключайся. Свет выключен. О, рука серии D. Сыворотка почти готова, значит прохождение игры у нас близко. Наверное, это... На изях. Иди нахуй. Еп. Художница. Ребенок. Художник. Привет. Блять, дверку закрыл. Ты чё? Нет, открой. Открой. Получил. По башне. На. Кто ещё хочет на раздачу? Патрона хватит на всех. А может и нет. Давайте еще. Чего так скучно, это вообще не страшно. Ладно. А, там кто-то еще вылез. Ну, это уже не наша проблема явно. Так, найдите ингредиенты сыворотки. Так, ну я нашел. And... Опа! Прицепе? В том прицепе, где я сохраняюсь? Погнали. Сейчас дойдем, сохранимся и, собственно, все. Всем пока будет. Окей. Так, вот наш прицеп. And Zoe, who's there? Ясно. Которые я организую.
организовал специально для тебя мероприятие. Знаю, тебе не терпится, но ты не волнуйся, спешить некуда. Перво-наперво, мне надо, друг мой, чтобы ты заглянул в холодильник в автоприцепе. Пошел нахуй. Ну не надо, не веди себя так. Ты ведь не прочь немного поразвлечься, да? В общем, загляни в холодильник. Сейчас специально нахуй не загляну. Ладно, загляну. Легавый ждет тебя в секционной в подвале, сука. Так, интересно. Получается, сказки играть. Так, ну в общем, пойдем мы в следующей серии, получается, в секционную в подвал. А сейчас всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписки, колокольчики там. Ну-ка, оп. Ну-ка, давай. Во. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.